Добрый день, друзья! Вчера был день фотографа, ну а сегодня у нас сегодня сказка, которую я обещал, сказка «Быль». Ну, сказка, которая, наверное, может быть, некоторые посчитают, что сбылась. Ну, а решать вам, подписывайтесь, слушайте. Значит, в 49 году издание «Монти Ревью», это в Америке журнал, послевоенный, да, выпустил первый номер. В этом номере была статья великого Эйнштейна. Это, собственно говоря, не только исторический документ. Ну, журнал-то до сих пор выпускается, вы можете зайти на сайт, посмотреть последние события, которые отражаются сейчас э, в нашем мире, они там тоже описаны. Много статей выходят, но, в общем, не буду долго тянуть. Статья называется "Почему социализм". Стоит ли высказываться о социализме человеку, который не является специалистом в экономических и социальных вопросах? По ряду причин, думаю, что да. Давайте сначала рассмотрим этот вопрос с точки зрения научного знания. Может показаться, что между астрономией и экономикой нет существенных методологических различий. И в той, и в другой ученые стараются открыть общие законы для определенной группы явлений чтобы как можно яснее понять связь между ними. Но на самом деле металлогические различия существуют. Открытие общих законов в области экономики затруднено тем обстоятельством, что наблюдаемые экономические явления подвержены воздействию многих факторов, и оценить каждый из них в отдельности крайне трудно. К тому же хорошо известно, что опыт, накопленный с начала так называемого цивилизованного периода человеческой истории, был в значительной мере ограничен и подвержен влиянию причин по своей природе неэкономических. Например, большинство великих государств, обязаны своим появлением, завоеванию. Народы-завоеватели делали себя юридически и экономически правящим классом завоеванной страны. Они присваивали себе монопольное право на владение землей и выбирали жрецов только из своих рядов. Эти жрецы, в руках которых был контроль над образованием, сделали классовое разделение общества постоянным и создали систему ценностей, которые люди стали руководствоваться в своем общественном поведении, по большей части бессознательно. Эта историческая традиция остается в силе, Нигде мы не преодолели того, что Торстен Веблин называл хищнической фазой человеческого развития. Существующие экономические факты принадлежат к ней, и законы, которые мы можем вывести из этих фактов, непроложимы к другим фазам. А так как цель социализма и состоит именно в том, чтобы определить хищническую фазу человеческого развития ради более высокой Экономическая наука в ее настоящем виде не способна прояснить черты социалистического общества будущего. Во-вторых, социализм обращен к социально-этической цели. Наука же не способна создавать цели, еще менее воспитывать их в человеке. В лучшем случае наука может предоставить средства к достижению определенных целей но сами цели порождаются людьми с высокими этическими идеалами. И если эти цели не мертворожденные, а обладают жизненной силой, их принимают и осуществляют те массы людей, которые полусознательно определяют медленную эволюцию общества. Вот почему нам следует проявлять осторожность, чтобы не преувеличить значение науки и научных методов, когда дело касается человеческих проблем – и не следует полагать, что только эксперты имеют право судить о вопросах, влияющих на организацию общества. Вот же некоторое время несчетные голоса утверждают, что человеческое общество находится в состоянии кризиса и потеряло стабильность. Для такой ситуации характерно, что люди испытывают безразличие или даже враждебность по отношению к большим и малым группам, которым они принадлежат. В качестве примера позвольте привести один случай из моего личного опыта. Недавно я обнаружил опасность новой войны, которая, на мой взгляд, была бы серьезной угрозой существенного существования человечества с одним умным и благожелательным человеком. Я заметил, что только наднациональная организация могла бы стать защитой от такой опасности. На что мой собеседник спокойно и холодно сказал мне: Почему вы так сильно настроены против исчезновения человеческой расы? Я уверен, что еще столетия назад никто не, не мог бы так легко сделать заявление подобного рода. Его сделал человек, который безуспешно пытался обрести какой-то баланс внутри себя и потерял надежду на успех. Это выражение мучительного одиночества и изоляции, от которых в наши дни страдают так много людей. В чем причина этого? Есть ли выход? Легко задать такие вопросы, но трудно ответить на них с какой-либо определенностью. Тем не менее, я должен постараться ответить на них, насколько позволяют мои силы. Хотя и хорошо сознаю, что наши чувства и стремления частно противоречивы и неясны, и что их нельзя объяснить легкими и простыми формулами. Человек одновременно одинокое и социальное существо. Как существо одинокое. Он старается защитить свое существование и существование наиболее близких ему людей, удовлетворить свои желания и развить свои врожденные способности. Как социальное существо он ищет признания и любви других людей, хочет разделять их удовольствие, утешать их в горе, улучшать условия их жизни. Именно существование этих разнородных, зачастую противоречивых, противоречащих друг другу стремлений – отличает особый характер человека, а их конкретная комбинация определяет как степень внутреннего равновесия, который человек способен достичь, так и степень его возможного вклада в благополучие всего общества. Не исключено, что соотношение этих двух побуждений в основном передается по наследству, но становление личности в конечном счете формируется окружением, в котором развивается человек структуры общества, которому он растет, его традиции и оценкой, которую общество дает тому или иному типу поведения. Для отдельного человека абстрактное понятие общества означает сумму его прямых и косвенных отношений к своим современникам и ко всем людям прошлых поколений. Человек способен мыслить, чувствовать, желать и работать сам по себе. Но в своем физическом, умственном, эмоциональном существовании он настолько зависит от общества, что вне общества не думать о человеке, не понять его невозможно. Именно общество обеспечивает человека пищей, одеждой, жильем, инструментами, труда, языком, формами мыслей и большей частью ее содержания. Его жизнь стала возможной благодаря труду и достижению многих миллионов в прошлом и настоящем, которые прячутся за этим маленьким словом ⁇ общество ⁇ Поэтому очевидно, что зависимость человека от общества является природным фактором, который нельзя отменить, как и в случае пчел и муравьев. Однако в то время как жизненные процессы муравьев и пчел управляются вплоть до мельчайших деталей их жесткими наследственными инстинктами, Типы социального поведения и взаимоотношения человеческих существ сильно варьируются и подвержены изменениям. Память, способность создавать новые комбинации, дар речевого общения сделали возможными для человечества такие формы жизнедеятельности, которые не диктуются биологической необходимостью. Они выражаются в традициях, общественных институтах и организациях, в литературе, в научных и инженерных достижениях. В произведениях искусства. Это объясняет, каким образом человек способен в известном смысле влиять на свою жизнь своим поведением. И что в этом процессе участвует сознательное мышление и желание. При рождении человек наследствует определенную биологическую конструкцию, которую мы должны признать фиксированной и неизменной, и которая включает природное побуждение, свойственное человеческому роду. К этому в течение своей жизни человек приобретает определенную культурную конституцию, которую он усваивает от общества через общение и многие другие виды влияния. Именно эта культурная конституция меняется со временем и в большей степени определяет отношения между человеком и обществом. Современная антропология с помощью сравнительного изучения так называемых примитивных культур учит наш то социальное поведение людей может разниться с огромной степени и зависит от культурной модели и типа организации, которые доминируют в данном обществе. Именно на этом и основаны надежды тех, кто стремится улучшить участь человека. Человеческие существа не осуждены своей биологической конструкцией, конституцией на взаимное уничтожение или на милость жесткой судьбы, причина которой в них самих. Если мы спросим себя, как должны быть изменены структуры общества и культуры человека для того, чтобы сделать человеческую жизнь как можно более удовлетворяющей, нам следует постоянно помнить, что существуют определенные условия, которые мы не можем изменить. Как уже было сказано, биологическая природа человека не может быть подвергнута изменениям. Более того, технологические и демографические процессы последних столетий создали условия, которые останутся с нами надолго. При высокой концентрации населения, чье существование зависит от производства товаров, исключительная степень разделения труда и высокоцентрализованный аппарат производства являются абсолютно необходимыми. То время, кажущееся нам теперь идиллическим, когда отдельные люди или сравнительно небольшие группы могли быть совершенно самодостаточны, это время ушло навеки. Не будет большим, большим привлечением сказать, что уже сейчас человечество представляет собой одно планетарное сообщество в производстве и потреблении. Теперь я могу коротко изложить свое мнение о сущности современного кризиса, речь идет об отношении человека к обществу. Как никогда человек, раньше человек осознает свою зависимость от, обществ от общества. Но эту зависимость он ощущает не как благо, не как органическую связь, не как защищающую его силу, а скорее как угрозу его естественным правилам, правам или даже его экономическому существованию. Более того, его положение в обществе таково, что заложенные в нем эгоистические инстинкты постоянно акцентируются в то время как социальные более слабые по своей природе все больше деградируют. Все человеческие существа, которые, которые бы место в обществе они не занимали, страдают от этого процесса деградации. Неосознанные узники своего эгоизма, они испытывают чувство опасности, ощущают себя одинокими, лишенными наивных, простых радостей жизни. Человек может найти смысл жизни какой бы короткой и опасной она ни была, только посвятив себя обществу. Действительным источником этого зла, по моему мнению, является экономическая анархия капиталистического общества. Мы видим перед собой огромное производительное общество, чьи члены все больше стремятся лишить друг друга плодов своего коллективного труда. И не силой, а по большей части соблюдая законом установленные правила. В этой связи важно понять, что средства производства, то есть все производственные мощности, необходимые для производства как потребительских, так и капитальных товаров, могут быть и по большей части являются частной собственностью отдельных лиц. Для простоты изложения я буду называть рабочими всех тех, кто не владеет средствами производства, хотя это и не вполне соответствует обычному использованию этого термина. Владелец средств производства имеет возможность купить рабочую силу рабочего. Используя средства производства, этот рабочий производит новую продукцию, которая становится собственностью капиталиста. Самое существенное в этом процессе заключается в отношении между тем, что рабочий производит и сколько ему платят. Если то и другое измерять в их действительность стоимости. Поскольку трудовой договор является свободным, то, что рабочий получает, определяется не действительной стоимостью произведенной им продукции, а его минимальными нуждами и соотношением между потребностью капиталиста в рабочей силе и числом рабочих, конкурирующих друг с другом за рабочие места. Важно понять, что даже в теории заработная плата рабочего не определяется стоимостью им произведенного. Частному капиталу свойственна тенденция и концентрация в руках немногих. Это связано отчасти с конкуренцией между капиталистами, отчасти потому, что, это, что техническое развитие и углубляющееся разделение труда способствует формированию все более крупных производственных единиц за счет меньших. В результате этих процессов появляется капиталистическая олигархия, чью чудовищную власть демократически организованное общество не может эффективно ограничивать. Это происходит потому, что члены законодательных органов отбираются политическими партиями, а на них так или иначе влияют в основном финансируют частные капиталисты, которые тем самым на практике встают между электоратом и законодательной сферой. В результате народные представители в действительности недостаточно защищают интересы непривилегированных слоев населения. Более того, при существующих условиях частные капиталисты неизбежно контролируют прямо или косвенно основные источники информации прессу, радио, образование. Таким образом, для отдельного гражданина чрезвычайно трудно. А в большинстве своем практически невозможно перейти к объективным выводам и разумно использовать свои политические права. Положения, существующие в экономике, основанные на частно-капиталистической собственности, отличают два основных принципа. Во-первых, средства производства, капитал, являются частной собственностью, и их владельцы распоряжаются ими как хотят. Во-вторых, трудовой договор заключается свободно. Конечно, в этом смысле такой вещи, как чистый капитализм, не существует. В особенности необходимо отметить, что в результате длительных и ожесточенных политических сражений рабочим удалось завывать несколько улучшенный трудовой договор для определенной категории трудящихся. Но в целом современная экономика немногим отличается от чистого капитализма. Производство осуществляется в целях прибыли, а не потребления. Не существует никакой гарантии, что все, что, кто может и желает работать, будут всегда способны найти работу. Почти всегда существует армия безработных. Рабочий живет в постоянном страхе потерять работу. Поскольку безработные и низкооплачиваемые рабочие не могут служить прибыль, прибыльным рынком сбыта, Производство потребительских товаров ограничено, что приводит к тяжелым лишениям. Технический прогресс часто влечет за собой рост безработицы, вместо того, чтобы облегчить бремя труда для всех. Стремление к прибыли в сочетании с конкуренцией между отдельными капиталистами порождает нестабильность в накоплении и использовании капитала, что приводит к тяжелым депрессиям. Неограниченная конкуренция ведет к чудовищным растратам труда и к тому изувечиванию социального сознания отдельной личности, о котором я уже говорил. Это изувечивание личности я считаю самым большим злом капитализма. Вся наша система образования страдает от этого зла. Нашим учащимся прививается стремление к конкуренции. В качестве подготовки к карьере их учат поклоняться успеху в приобретательстве. Я убежден, что есть только один способ избавиться от этих ужасных зол, а именно путем создания социалистической экономики, соответствующей ей системы образования, которая была бы направлена на достижение общественных целей. В такой экономике средства производства принадлежат всему обществу и используются по плану. Плановая экономика, которая регулирует производство в соответствии с потребностями общества, распределяла бы необходимый труд между всеми его членами, способными трудиться, и гарантировала бы право на жизнь каждому мужчине, женщине и ребенку. Помимо развития его природных способностей, образование человека ставило бы своей целью развитие в нем чувства ответственности за других людей, вместо существующего в нашем обществе прославления власти и успеха. Необходимо помнить, однако, что плановая экономика – это еще не социализм. Сама по себе она может сопровождаться полным закрепощением личности. Построение социализма требует решения исключительно сложных социальных и политических проблем. Учитывая высокую степень политической и экономической централизации, как сделать так, чтобы бюрократия не стала всемогущей? Как обеспечить защиту прав личности – а с ними и демократический противовес власти бюрократии. Ясность в отношении целей и проблем социализма имеет величайшее значение в наше переходное время, так как в настоящее время свободное, без помех обсуждение этих проблем находится под мощным табу. Я считаю выход в свет этого журнала важным общественным делом. Перевод Л. Каратеевой.